Муфтий Дагестана встретился с лучшим чтецом Азана. Шейх Ахмад Афанди поздравил Мухаммад Наби Бутаева с победой на втором республиканском конкурсе по чтению Азана. Выразил благодарность его родителям за вклад в воспитание, а также пожелал им дальнейших успехов. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Чтобы ваша семья стала баракатной, чтобы Аллах нас сделал истинными рабами, чтобы Он нам дал жизнь, ну, где мы будем получать Его довольство. Напомним, что накануне в центральной джума-мечети столицы Дагестана прошел финальный этап второго республиканского конкурса. Участие в нем принимали порядка 120 конкурсантов.